Нейт Холден театр, театр Нейтана Холдена, по-моему, правильно произнес. Город Лос-Анджелес, небольшой такой театр, сейчас покажу зрительный зал. Здесь, я думаю, мест 300 внизу и, может, 100 вверху, где-то всего 400. То есть такой довольно маленький театр, но по свету он просто очень сильно укомплектованный. Здесь есть два выносных моста. Вот я сейчас нахожусь прямо возле них. Есть такие балкончики. Вот сейчас их местные фильтруют. И есть ложи. Плохо сейчас видно, естественно, они выключены. Но они уже направлены. Так, ну вот я прошелся по выносу. В принципе, везде, где мы были, вынос примерно одинаковый. Толпа профилей, обычных профилей, в основном 26 градусов. Да, это 26-градусники. Ну, бывает там 36 добавляют, 10-градусники, как это у них называется, special. Ну, то есть специальный. Вот. И второй мост. Извиняюсь, еще есть третий мост. Его отсюда не видно с камеры. Даже не мост, а какая-то выступ. Всего два моста. Хотел снять и сказать, что на такой маленькой площадочке аж 4 плана прострелов, но выяснилось, что они их начали опускать, и я просто обалдел. У них опускаются все вручную. Я потом расскажу, почему вручную. Это опускаются ферма, обычная ферма, вон она наверху, на штанкетах боковая. И на нее вот повесили световые приборы. Периодически я вижу, на нее вешают там кулис или что-то еще, чтобы прострелы закрывать. Но здесь вот мы просто грузочку подгрузили и, в принципе, прострел убрали. Зато у них есть четыре плана. Вот три как бы видно, и четвертый, ну, его не будет видно. Вот, видно чуть-чуть. Это пульт ETC XE ION. И вот мы, в принципе, всю направку сделали с iPad. Вот сейчас Глен показывает специально, как это делается. Я понимаю, что вас этим не удивить с iPad, но вот суть моего видео показывать, как в Соединенных Штатах это происходит. А происходит это именно вот так. У человека есть, ну, опять же, да, вот у человека есть iPad, у него есть компьютер, у него есть пульт, и он им пользуется. У кого-то тоже есть, но он может этим не пользоваться. Но в общем и целом хочу сказать, что уровень профессиональной подготовки в Соединенных Штатах у световиков очень высокий. Прям предельно высокий, я бы сказал, очень приятно работать, несмотря на весь наш языковой барьер. Они все понимают, все делают и хватают на лету. Молодцы, ребята. Все, это была демонстрация. Thank you very much. Это ролик, который отвечает за работу открывания и закрывания занавеса, а также многих кулис. Сейчас я покажу, они много где используются. Короче, эти ролики висят на веревках, на штанкете, и все это у них угнано под колесники. Потом, когда нужно, они это опускают, ролик крепят, и вот они сейчас управляют занавесом. Также вот такая же фишка с кулисами. Ну, этот план и самый дальний.